Под гимн нашей страны государственный флаг Российской Федерации поднимают на самый высокий в Приволжском федеральном округе флагшток. Его установили на отметке 56 метров по Балтийской системе координат. А это значит, что полотно российского триколора будет гордо развиваться на высоте 111 метров над уровнем моря. Торжественную церемонию провели на территории производственной компании «Электрощит Самара» с участием губернатора региона Дмитрия Азарова. Флаг – главный символ нашего государства. Флаг всегда объединяет и мобилизует всех граждан Российской Федерации. Но высоко поднятый флаг – это всегда символ победы. Вот победы по всем направлениям, по всем фронтам я и желаю славному коллективу завода «Электрощит». Церемонию поднятия государственного флага приурочили к 80-летию предприятия «Электрощит Самара». 3 года назад компания успешно прошла сертификацию российского экспортного центра и получила возможность использовать маркировку «Сделано в России». Предприятие входит в «Акронхолдинг», один из крупнейших в нашей стране вертикально интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла. Наш завод является полноценной российской компанией, ну и означает в том числе тот огромный потенциал, который в этом заводе заложен, который мы, я уверен, сможем совместно реализовывать с помощью правительства Самарской области в лице Дмитрия Игоревича Азарова, совместно с вами, коллеги, совместно с нашими коллегами из «Акронхолдинга». Уверен, что у завода будет славное будущее, мы будем открывать для себя новые горизонты, новые регионы присутствия и продолжим писать славную историю предприятия. И я уверен, что мы сделаем его заводом номер один в России. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным гарантийным, постгарантийным обслуживанием и обучением. И является системообразующим предприятием России. Нынешние сотрудники и ветераны компании работали над созданием современных электротехнических изделий, внедряли технологии, совершенствовали мощности и выводили на отечественные и международные рынки выпущенные изделия. Завод стабильно развивается, работает. Мы выполняем все показатели на текущий год по загрузке, по рабочим местам, по социальной сфере. Работаем с прибылью, успешно смотрим в будущее. Для нас «Электрощит» – это наш дом, это наша проходная, это наша замечательная молодость, зрелость, ну и ветеранство. Я не хочу говорить слово «старость». Торжественная церемония поднятия государственного флага России завершилась фотографией на память совместно с губернатором региона, руководством компании, сотрудниками и ветеранами предприятия. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.